поехали. Подрезали. Подрезали? Да. Когда подрезал? Все, погнали. Уехал, я его. Вокруг места аварии суетятся люди кавказской национальности. Много дорогих машин. Раскурочные двенашки уже подогнали эвакуатор. Сейчас начнут грузить. Но что произошло, никто из мужчин объяснить не может. Брат пострадавшего водителя «Жигулей» рассказал, что около пополудня напротив областной детской больницы машина врезалась в дерево. Водителя отвезли к родственникам. В лобовом стекле «Лады» четкий отпечаток его головы. Столкновение было сильным. Машину закрутило и ударило об дерево. Дорога хорошая сделали. Какой 60, они все из-за 100 здесь и друг друга перегоняют. Как же он меня перегнал, а я и не могу. По словам местных жителей, после ремонта жизнь в этом районе изменилась. Постоянный рев двигателей, сумасшедшие скорости мешают жить. Аварии здесь случаются с пугающим постоянством. На разбитой двенашке лысая летняя резина. Заявлять о произошедшем в ГИБДД никто из кавказцев не стал. Видимо, на это были свои причины.